У нас, конечно, есть очень много разных замечательных музыковедческих книг и изданий, в том числе посвященных и жизни и творчеству Баха. Но все же это издание, оно уникально, мы недаром трудились вместе с издательством «Роузбад», вместе с Виктором, который очень нам помогал. Эта книга, она современна во многих отношениях. Во-первых, это просто компендий современного баховедения. То есть Джон Эллиот Гарднер и, возможно, его литературные сотрудники действительно изучили все последние важные публикации о музыке Баха. Их выходит огромное количество каждый год. Есть знаменитый ресурс «Библиография Баха», который просто необъятен. И все это освоить человеческим умом, еще и на разных языках, почти невозможно. Вот здесь этот труд проделан, лучшая литература представлена. И действительно, вот это вот отчасти как research companion, да, популярный жанр. Бывает не просто companion, как вот мы с тобой говорили, да, что хорошо бы какой-нибудь companion перевести на русский язык, которых миллион. Ну да. Вот, но еще бывает research companion, то есть, да, собственно говоря, путеводитель для исследователей. Вот, да, отчасти функцию такого путеводителя для исследователей, конечно, эта книжка выполняет, и поэтому, да, она может быть полезна и моим коллегам-музыковедам. Она может быть полезна и студентам-музыковедам, которые изучают творчество Баха. Вот уже по одному этому дело стоит. Мы всегда стараемся как-то убирать книги таким образом, чтобы каждая следующая, ну, как бы глава книги открывала какую-то новую грань. И вот в данном случае Гарднер там обращается к истории страны просто до Баха, да, там к романам о 30-летней войне, к Гриммельсгаузену, к Библии, к церковной музыке, значит, которая вокруг него, к системе школьного образования. То есть он вокруг него как бы весь этот мир баховский тоже выстраивает, причем делает это очень основательно. Поэтому это, конечно, не только, значит, про одну фигуру, но фигуру на очень мощном историческом контексте. И я хочу сказать, что как-то очень впечатляет как подход мультидисциплинарный, что вот как бы на самом деле ведь нет ничего страшного, как бы даже для студента, тем более для исследователя, в том, чтобы, значит, просто вот прочесть там Гриммельсгаузена, который существует, тем более в хорошем переводе на русский язык. И да, я думаю, что самое время взять эту книжку в руки и вручить ее нашей библиотеке. Вот. Огромное спасибо, что вы найдете место у вас на полках для этой самой книжки. Давайте читать, мне уже интересно. Книга действительно замечательная. Я надеюсь, да, что библиотека оценит это, и что это будет одна из самых востребованных книг на ваших полках. Непременно. Вот. Спасибо. Спасибо вам огромное.